Всем здравствуйте! Сегодня я хотела показать вам свои бегонии, кейны, природники. Ну вот, начнем вот с этой вот красавицы Looking Glass. Вот такая вот она у меня выросла. Посмотрите, высокая. Хотя она у меня с лета, сейчас осень. Ну, месяца три, наверное, вот дали мне вот такую вот деточку. Вот такую крохотульку. И когда я ее брала, что-то мне показалось, какая-то она не очень красивая, просто серебряная типа. Вот, а сейчас вы посмотрите, какая выросла красавица. Серебряный лист переливается весь, зеленые прожилки у нее. Это Looking Glass, это сложный гибрид, полученный в результате четырех бегоний. Вот это тут металлический у нее лист серебряный и, ну, вот такая вот серо-зеленая прожилки у нее. Вот такая красивая бегония. Вот растет она высокая. На обратной стороне посмотрите, какие у нее шикарные листья красные. Говорят, как бургундское вино. Вот такое вот. Очень шикарное. Здесь вот видите, какой стволик у нее. Вот такой стоячий, хороший. Такая деточка. И здесь вот уже проклевывается тоже. Я так думаю, что она будет куститься, раскуститься. Вот кейны для меня еще новые растения. Я про них не очень все знаю. Поэтому буду учиться и вам показывать, что у меня происходит с ними. Ну, очень красивая такая бегония. Я уже сказала, да, что это бегония кейн. Так, другая бегония — это бегония макулата. Это тростниковая, или еще называют природник. За свой вид она получила еще другое название — пятнистая или крапчатая. Вот эта бегония вырастает до 1 метра, может вырасти до 1 метра. Вот такие вот у нее большие-большие бывают листья. Вот посмотрите, какие красивые, какие вот эти серебристые точки у нее. Кажутся белыми, а они серебристые, блестят. Вот она кустится тоже, вот так вот, кустиком. Кустится. И тоже посмотрите, какие у нее, какая изнанка. Очень шикарно, что так вот она может, что так она тоже. Красивая красавица. Вот такая вот у меня их две. Одна побольше, а другая поменьше чуть-чуть. Вот такая вот поменьше тоже. Не хуже той красавицы. Такие вот листья длинные, красивые. Так, что у нас дальше? Дальше у нас листада идет. Листада. Это кустовая тоже. Природник или ризомные их называют. Бегония. Бахромчатые у нее, бахромчатые листики, такие с волосками. Вот если даже поближе посмотреть, вот видно, да, что такие вот волосинки на листиках. С этой стороны тоже у нее вот такие вот красные, ну, прожилочку видно. Вот это листья у нее темно-зеленые такие, а прожилка вот такая вот светло-зелененькая. Вот посмотрите, видите, как она кустится. Так, ну вот это вот я бы хотела сказать, что эту надо вот уже, она вот видите, вот этот вот
одна вот длинный ствол старый, я его уже приткнула, чтобы он не падал. Я его обрежу, а эти вот будут дальше расти. У меня их тоже две. Вот тоже одна. Они уже вот тоже, видите, молодые идут. А эту я обрежу и укореню. Я уже так делала, укореняла вот их. Но листья очень шикарные, мне они очень нравятся. Вот она недавно цвела. Вот здесь вот даже видно, нет. Нет, это листик уже, цветочки вот. Были цветочки беленькие у нее. Вот такие вот. Такая листада. Очень даже красивенькая. Такой вот амфиоксис природник. Вот посмотрите, какие у него красивые листики. Тростниковые, ликейн еще природничек этот называют. Листья очень красивые. Но у меня было большое, как сказать, взрослое растение. Но я вот его переукоренила. Я его купила, оно что-то начало листики скидывать. И вот я его, посмотрите, переукоренила, лист, корешки у него. Вот такие вот листики жесткие. Когда у взрослого растения листики жесткие, а вот у этого мягенькие еще вот листики. Вот такой вот краешек у листика темного цвета. И крапчатые красные листики. И краешек тоже волнистый. Вот маленький совсем листичек вылазит. Ну вот этому, вот этой бегонии, я так поняла, что больше нужно, чтобы влажность воздуха была высокая. Так вот он, если ему сильно жарко, он начинает, листики начинаются обваливаться, отпадывают. Вот, вот такое. Так, у меня есть природничек. Так, кавардилион. Кавардилион в группе относится к ризомным бегониям. Но это полученное в результате скрещивания между двух бегониями. Вот. Вот такие вот листики жесткие, такие бархатисто-жесткие, с ракушечками. Ракушечки завивает. Вот, посмотрите, какая. Вот, видите. Ракушечки у нее такие, приятно, приятно их даже вот трогать, эти листики. Вот такие вот длинненькие они, такие они бархатистые. Следующая бегония — Фроду. Это ризомная бегония. Вот она способна менять цвет листиков от зеленого до коричневого. До коричневого. Бывают листья аж на все коричневого цвета. Такой тоже жесткий листик с ракушечкой. Вот такой вот листичек у нее. Очень, очень интересный. Это уже настоящий листик у нее. Пришла она ко мне вот с такими вот светлыми листичками. Но с непонятными. А вот это вот уже вот такой шикарный, тоже бархатистый листик, похож на каварди. Вот немножечко чем-то он. Ну, окраска, конечно, не такая у него. Но вот бархатистостью и жесткостью листиков они похожие.
Вот такой вот. У этого раскрас совсем другой. Вот. Вот такой вот Фроду. Так. Еще у меня есть Раджа. Природник это. У него обычно яркие листья. И контрастная такая, такие прожилки зеленые. Лучше всего он подходит для террариумов. Природничек. Это у меня новый сорт. Я его недавно приобрела. Вот такая вот малютка. Еще не вырос. Так же, как и Фроду тоже. Но Фроду чуть-чуть побольше уже. Вот он уже это подрос. А этот вот лист у него тоже жесткий, но гладкий. Такой вот гладенький. Ну вот посмотрим, какой он вырастет. Красавчик. Вот посмотрите, какой он. Один из красивейших видов, говорят. Ну вот, посмотрим, как он себя проявит. Так, еще у меня есть вот такой. Называется Сан-Марео. Вот вы только посмотрите на этого красавчика. Какие у него волоски по всему. Так, чуть-чуть сейчас приподниму. Посмотрите, какие у него волосики. Видно? Вот они по всему листику. Вот такой вот он пушистик. Вот какой. Он мне так понравился. Своими волосиками. И с этой стороны у него вот посмотрите, как. Так, сейчас я свет не так падает. Вот такие вот волосики у него тоже тут. Пушистенький сам. Вот маленькие листички тоже лезут пушистенькие. Так, вот этот можно оторвать листик уже. Старенький. Вот с таким листиком он ко мне пришел. Волосков тут несколько было. Зато этот. Ой, ну просто красавец. Волосики мягкие такие. Ну. Так, вот такой вот еще у меня есть природничек. Ну вот, это все. На этом я хочу закончить свое видео. Кому понравились мои растюшки, ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока!